сюда прожимает, оно мне светит. Не поним... А, зато у все, все попали, один я, одного у меня только снаряд упал. У одного у меня. А, ни хера себе там арта ложит. На 380. На бате, он на 380 на бате ему мансанул, прикиньте. Охренеть. А, все, тогда. Михал, ты тут уже стоит. Всем привет, заходите на Трово. Розыгрыш голды. Ссылка в описании, в комментарии. Всем удачи. А где нашел ты? А, там играет. Понял. Так, ну у них те же еще едут. Мне как бы встать так бы, чтобы не светиться бы тупо, а? Вроде бы успел. Там. Надо, конечно, поглубже, конечно, ехать, конечно, чтобы... Вот он из этих крайних кустов, чтобы меня не светануло. А почему у нас на СТБ встань в край? Не знаю, мне кажется, он в херовые кусты стоит. А люди поехали здесь зачем-то зеленку, зачем-то прожимать поехали. Да не откатывайся, боже, что ты за конча тупорылая, зачем ты это делаешь? Он что, на СТБ начал стрелять, что ли, блядь? Боже, что тебе помоги? Куда тебе помоги? Что тебе помоги? Яга по полю, ребята, это, ну это скилл. У них хп еще дохренище, еще просто дохренище хп. На Минотавра все играют, потому что сейчас идет эта самая скидка, ветка идет. На прокачку Минотавра идет. Так, куколки бах-бах-бах рядом шмаляют. И Карента нарисовался. Не побиваю. Не побиваю. Один из трех, понимаю. Почему бы и нет? Нормальному сотку так вписал. Семерка на поджиме. Не могу стрелять, засвечусь.
Блять. Я просто боялся, что мне на яге его загородит. Че у нас полтора, у нас ЛТ сдохло, да? Кровава, че. Нужно еще глубже уходить. Вон туда ко второй арте надо вставать. Конечно, я, возможно, туда не смогу встать, возможно, конечно. Возможно, могут не дать, если он на горе здесь стоит агрессивно. Вроде проехал. А, у нас база сдохла, все. Бля, не туда дерево завалилось. Жопа, жоп какой. Надо ГГ. Я приехал на фланг, где все были живы, в итоге оказались, что на этом фланге теперь все дохлые. Уходить сюда вот. Да нет, ГГ. Ну я тогда встану, тогда на свет. Надо вставать, тогда на свет, на вкус вставать. Ты ошибся, нет? Нет, нихера он не ошибся. Я тоже не ошибся. Короче, жопа, короче, полная меня. Не пробил, ребят. Совка не пробил, опять не попал. Хорошо. Это оружие здесь. Молоты у них загасили, нет? Загасили, а тогда еще можем протержаться еще. И тогда на засвет тогда встану. Да еще можем протержаться. Правда, для меня маловатенький куст, конечно. Нужно, чтобы хотя бы сейчас одна из ПТ сдохла, и я бы сейчас поехал бы пережать. Я бы сейчас пережал бы. У них, в принципе, все светились, у них вот. В принципе, я всего и сам разберу. Нет, уже я разберу собаку. Все, в КД уходим и едем забирать бабаху. Четыре минуты нам это не выиграть. Погнали. Олег, привет! Закидывай все в одну варенку. Хорошо. Закидывай все в одну аренку, поэтому... Бля, это мне дал... Как он мне сюда дал? Расскажите мне, пожалуйста. Потому что мы заканчиваем уже. Боже, он мне с капком дает. Он мне 2 из 2 на рекоррентных хуячит. 3 из 3 на рекорренты, ребятушки. 3 из 3.
Боже, какая шваль. Спасибо, Олег, спасибо. Три из трех скотина делает. Вы понимаете? Три из трех скотина делает на рекорренте. Три из трех. Сука, три из трех. Просто через всю карту на ходу три из трех на рекорренте. На самом кривом танке три из трех он меня ложит. Сейчас еще арта еще на фулку даст еще. Может на базу, на захват встать, чтобы... У меня 200 хп сейчас. Уже уехал, наверное, на кулике своим конченым уже. Блять. 2 минуты 40 секунд время осталось до конца боя. Меня просветануло, скорее всего. Здесь поляк, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я в ХД уйду. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. 2 минуты. Быстрее, быстрее, быстрее. Но я на яге жми, пожалуйста. Ну не стой ты, боже. Хорошо. Хорошо. Все, аллилуйя, все, всем спасибо, уходим в рейд. Олег успел скинуть 200, надеюсь, да? Я заканчиваю, все, последний боек, потому что мне сейчас уже через 20 минут, у меня уже эти самые уже маневры сейчас начнутся. Первая степень, обидно. Обидно. 5300, 4 фрага, 4000 на света. 1200 опыта. В принципе, хороший. А сортовод почему-то очень мало накидал, всего лишь 1000. Все, всем спасибо за внимание.